Неиспользованные из нацфонда деньги после достижения 18-летия будут храниться в ЕНПФ еще 10 лет. А потом средства перечислят на пенсионный счет самого участника программы. Об этом на брифинге в СТК сообщил управляющий директор АО ЕНПФ Мурат Шарипов. При этом он отметил, что выплаты из нацфонда не будут увеличиваться, если их не снимать после совершеннолетия. Они хранятся 10 лет после наступление 18 лет. Если участник программы не обратился, то эти деньги переводятся на пенсионный счет по учету добровольных пенсионных взносов, которые могут быть использованы при наступлении случаев, определенных законодательством. Между тем, на брифинге объяснили, почему казахстанские дети получают от государства меньше денег, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Дело в том, что в нашей стране действует порядка 70 видов социальной помощи. Такого нет в других государствах, подчеркнули в Минфине. В то же время сейчас на выплату отдельных видов социальных пособий, части пенсии, которые субсидируются государством, осуществляются из трансфертов из национального фонда в республиканский бюджет. То есть на сегодня, можно сказать, уже национальный фонд работает на благо наших граждан.